Всем привет, друзья! И опять очередной раз у нас поездка драйвер 51 РУС и злой слон. Едем мы на дефолте на холме на Уралах Next. Всем привет! Всем привет! Да, погнали! Будем кататься на простеньких картах. То народ уже не катается вообще на дефолте. О, гараж тут есть, смотри, Паша. А ты что берешь? Сейчас загружаюсь. А. Так, вот ну я, чё, я сажусь на рыжий. Я да. На зеленом тогда прокачусь. А ты возьми две. Надо еще это. Соляру там, наверное. Возьми. А, тут два-то не утащить будет, да? Я вот такую давай возьму, да, все. Просто зеленый? Ну зеленый, в смысле, с этой, с цистерны, с красной. А можно будет перепрыгнуть, потом вернуться на эту машину, да, и в тот гараж перескочить? Да. А, ну поехали тогда, да, я потом все возьмем, перескочим. Колеса нужно было поменять, но ладно, поедем на эти. Подожди, все. Вот теперь все. Ага. Заправка там где-то будет справа. Да, там где-то у горожан он рядом будет. Будет нормально. Главное, тут сейчас не улететь с этим прицепом. Ой-ой, ой-ой. Ой, что-то я, блин, ой-ой-ой, слишком срезал угол, ай, ненормально. Там не навернись. О, сейчас надо скрин сделать тут. Есть контакт. Ух, не догнал. Ну да, я вижу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, черт побери, черт побери. Да, я тоже не вошел. Поворот. Ну, вот это вы. Ай-ой-ой. Ой-ой, АП. Готов там по горам. Камни там у меня поехал. Посыпались уже. Все, погнали. Ой-ой. Все, на девятой. Валил тут я на полную катушку. Ой-ой. Ой, Паша, догоняй. Ух ты, тут раскочегарил его. Мама, не горюй. Мама, не горюй. Так, сразу повышайку надо. Опа. Блин. Еле воткнул.
Паша, а вот эта дорога налево, это что была такая дорога? Это на этот, на лесоповал. Нормальная там, да? Ну, такая. Она кругом еще идет. Длинная, короче, она получается. Так, я поехал на заправку. Ну, давай. За ручкой. Так, есть. Сейчас я перепрыгну, пока в этот. Сюда его. Так. Сюда его. Так, и этот дупль. Дупль тоже сюда перекину. Пум-пум-пум. Все, у меня оба тут. Поехать на зеленом, что ли? Прямо не знаю. Как хочешь. Ох ты, нифига я тут заспел что-то. Так, а что будет взять-то? Дефолтный я не буду кузов уже брать, этот, ну, ивонный. Мигалки, номера. Автономку поставить, что ли? Возьму автономку с этим. С дефолтным прицепом. Бортовым. Все, заправился, возвращаюсь. Давай. Так а что тебе придется тащить этого бензовоза с собой? Почему? Ну да, скорее всего. Там где-нибудь кинуть его поближе. Наверное, я так полагаю. Заправишь меня сразу? Да, да, да. Ты откуда едешь-то, я не пойму. Из лесу. Ну ты у этого, у домика будешь выезжать туда? Да. А, ну ты все равно сюда ехать надо. Ну да, я. Ну а я лес, наверное, тоже какой-нибудь урал-то возьму с леса. Ну да, да, да. Давай я проеду, ты его сюда вправо выставляй и пересаживайся на тот козлок какой-нибудь. Так, этот здесь. Берем другой. А чё я белый беру, да ещё? Бери. Бери, чё возьмёшь. Чё я возьму? Чё я возьму? А у тебя кран есть, да? Ну, есть как бы, да. Только я не хочу им ничего делать. Ну, ладно, тогда так. Ты можешь также взять автономку с бортовым. О, нет, я знаешь, что возьму? Я возьму автономку и кирпичи. Вот так. Нам очков не хватит. Почему? Они по два. Автономка а, два. Ну, да. Автономку и его прицеп возьму. О. Бортовой я цеплю и возьму его родной прицеп. С кирпичами там или с будкой по барабану с чем.
Так, ну все, я готов. Я, наверное, на цистерне поеду. Ну а да, а этот на хвоста тогда бери. А этого, да, на хвоста. Давай я туда вперед пролезу. Давай. Если что, я тебя там подтяну где-нибудь. Сейчас до туда доедем, ты как раз нас там заправишь, я думаю, должно хватить нам, да? Так-то. На, я там на хвоста его возьму, с этой стороны. А, ну, можно. Или так же дальше перейдем. Где там едешь? Да где-то ползу по грязям. Клера даже жесткая. Ныряю тут по тихой. Ой, как тут глубоко что-то. Видишь, они, если бы было, сделали бы это, чтоб я проехал, а для тебя уже моя колея осталась. Вот это было бы покруче. Даже ну на простеньких картах уже была бы жопа. А так ты, получается, только на свою колею попадаешь. Нет, так бы интересно было. Нет, ну если бы сделали, что моя колея для тебя уже была бы, да? Ну. Конечно, она реалистичнее была бы. Так бы это даже простенькую карту разбивали бы на раз-два этими колеями. Нормально пролетел, как сам на самолете. А цистерна, цистерна вес там тяжелый очень, кстати, на цистерне. Так, ладно, сейчас надо тут как-то умудриться заехать, чтобы сразу развернуться. По краешку, по краешку. Блин, не люблю я с этими прицепами. Это разворот. Вот. Все, я развернулся нормально. Что, берут дрова, наверное, да?
Таскаем дрова, кирпичи. Кирпичи возьму. Кирпичи и дрова. Все взял, выезжаю. Я тоже возьму кирпичи и дрова. А ты возьми будку и дрова. Ой, кирпичи. Будку с кирпичами. Так, где ты тут этого бензовоза-то кинул? О, где бензо? А, вот он. Так, будка третья, да? Ага. Блин. Вот только не вглючил. Кирпичи туда бери. Взад кирпичи, а на машину будку. Машину будку. Там на трейлер кирпичи. Вот все. Поедем строить дом. День продадим кирпичи по дороге, купим соляры. Так, что я стою тут у бензовоза, сейчас ты заправишь сразу. И бензовоз что оставим тут, наверное, да? Если что, потом догонят и все. Ну давай. Сейчас я вылезу сюда. Даже вставай от меня сразу слева, тут пролезешь же, да? Ну да, должен. Если палка тебе тут не помешает, это... Переедем. Сразу на меня наеду, мать. Да, еще-то проскочило вообще легко. А вот прицеп не проскочил. Так, заправляемся, значит. Да, давай. Тебе горючки. И еще и поползем уже без бензы. Ну все, погнали. Да. Да, кирпичи как прицеп просадили. Вообще жестко. Тебе есть, что погнали, и где-то остался там. Я спал. Автомате он так бодрячком чешет, да? Ну, наверное, получится, кстати. А я просто на автомате. На повышенной, наверное, жрет больше. Жрет больше. Погоняет. Он не переключается, не теряет тут скорость на это.
Нормально прет. Повороте, Паша, бери дальше. Кто что-то заваливает вообще конкретно. Радиус туда бери подальше. О, вот там нормально должно. Чтоб в грязь тут засасывать начало. Так, опа. Че? Я что-то сильно взял. Перестарался. Не, нормально прошел. Вот тут грязюка будет жесткая. Надо как-то тут по краешку умудриться залезть. Воу. Сразу сюда на обочинку. Тут, Паша, осторожно, не кувырнись. Нифига тут грязюка. Да-да-да, залазь сюда сразу на обочину, по краю и на обочину. Потому что прямо сядем сразу тут, по самые помидоры. Все нормально, я прошел. Я ползу еще. Давай-давай, влево-влево, на лебедку цепляйся, вылазь туда. Да, зарылся. Лебедочка нужна. Левее, ой, правее бери, елки туда. Ты на хвостами вот. Может возьмешь. Ой, я уже не смогу. Попробуй сейчас с лебедка дотянешь. Не, не достает. В елку уперся, е-мое. Блин, я не сдам, наверное, назад с этим шарабаном. Ай, вообще зарывается флом. Я вижу, что ты закопала там куда. О, стой. Вот так, давай, поехали. Так нормально будет. Подтягивайся лебедкой. Ну давай. Чё там у тебя? Да фиг узнать не хочешь. Ты вообще как яка там стоишь. Да ладно. Подожди. Морду попробую сейчас влево надо повернуть. Мне кажется, я за елку цепляюсь. Да у меня так вроде нет. Вот так вот. Оп. А, прицеп об елку зацепился, вон оно что. Чё, я встрял. Тебя вытащил сам, сам. Блин, зарылся. Сам зарылся тоже. Сейчас подожди, протянусь вперед немножко. О, вылез. Сейчас вылез, я возьму. Стой. Достает? Достает. Это не достанет. Не достает? Достает. Должно взяться. О, есть.
Класс. Вот синхронизация включается. Ну давай, 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 вылази, 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 вылази. Оп. Все, зацепился вроде. Е-мое, все, опять сел. Опять? Достанешь? А, не достаю. Назад чуть-чуть можешь? Еще. О, все, все, хорошо. Вот так, поехали. Все, вылез нормально. Дальше. Ну-ка, стой, Дима, подожди. Поехали-ка на трасса, на постояночку. А давай что, длинный зацеп. Ну вот так, поехали. Дальше. Ой. Да, мы сейчас в гору там будем корячить, если залезем. Там гора ядрёна-матрёна просто. С прицепами, я думаю, будем сейчас цепляться там. Попробовать на повышайку врубиться. Вы? Переключился. Давай повышайку, Паша. Давай, давай, это я буксую. О, воткнул. Да, зато я встал. Блин. Меня засадил, короче. Да давай сейчас. Я, видишь, на горку просто сам. Блин, не могу. Да поехали на такой, да и все. Да на такой мы там вообще встанем. Надо хоть повыше, ну, забраться. Давай, повыше хоть забраться. Вторая, ну давай, давай, третью воткни. Я тебе дам повышаечку. Все, переключился нормально. Побежал вроде. Побежала. Сейчас тут в поворот надо как-то умудриться вписаться на повышайке. Беру сюда. Вроде ближе. Идет нормально. Ближе. Сейчас вот это следующая вот горка будет. Жесть просто. Все, я вошел. Давай. К ходу прямо сразу. Зараза с этими скриншотами. Ты сейчас не улети никуда. Только. Да, я сегодня. А, я не вошел. Давай, пройдет. Вошел, да. Нам главное в эту гору зачесать вот подальше. А то тут зацепиться почти не за что будет. Пошел крутяк, сейчас станет мотор. Давай, мне уже буксует. Зарало, все, Паша, все, у меня встала машина. Сейчас я вот и маленько правее, левее взять. Да оно без разницы, оно тут уже повышайка вырубается, не хватает дури. Все. Вот и меня подтолкнул чуть-чуть. Не помогло. Помогло на полмиллиметра. Я справа за елки. Да. Все, дальше пошло. Вроде бы. Контейнер, походу, вообще тяжелый. Да, ну тут все тяжелое. Ой, стой, Диман, можешь меня на трассе взять? Да если я тебя возьму, нет. Я сам не смогу ехать. Да ладно. А ты уехать сам.
Там, в принципе, елки нормально за них. Просто за меня не вариант. Я не смогу тебя тянуть. Ну только если подтянуться лебедкой. Просто так в качестве якоря повыше. Ну да. Так, ну, карту давай. Глянуть. Карту глянуть, может быть, есть-то вообще сами-то по себе. О. Сейчас нам все прямо-прямо до асфальта, а там по асфальту. Ну все, нам главное вот эту горку сейчас забраться. Я-то забрался. Что там, ползет тебя? Я ползу. Медленно ползу. Такое ощущение, сейчас на вторую воткнет. А может и нет. Все, поехали, а тут. Ну давай, уже тут можно вместе ехать. Нам, короче, все прямо. Меня понесло-то. Ты смотри, там ямы глубокие. Вот-вот, я тебе чего говорю, понесло меня. Встал-то. Алло. Тим. О, точку. Оп. Походу дела. Расчекулили. Асфальт уже почти приехали. Сейчас. Я лезу еще по этим. Да, вижу он твои фонари. А где ты асфальт нашел? Вот. Я уже вышел на асфальт. Впереди. Впереди асфальт. Угу. Точняк асфальт. Все, погнали. Да. Ну, вообще сейчас вот по асфальту мы прямо колеса по валу чешем. Ну, солярочки как раз хватит. У меня 100 литров осталось. У меня 152. У меня на повышенный. Ну да, на повышайке ты жёг, считай, полтинник литров. Неэкономно как-то. Нет, я догонял. Вместе ехать. Все едут. Положим.
Да, гаишники сейчас выйдут, ага, штрафуют. Права заберут за встречку. О, блин, уже приехали. Ёлы-палы. Блин, надо как-то подожди, что ли? 20-30, а сейчас щелкну. О, все, разгружаемся. Разгружаемся? Давай. Подожди, я даже не вижу, я заехал. Заехал? Да, да, разгружаемся. Давай. Что, насчет три? Раз, два, три. Все, отличненько, порубка. Отлично, Константин, да? Все, вот опять, ребята, да, 36 минут. Вот реально нормально сыграли, да? Ну да. Какие геморрой. Не, ну конечно, если на четырех человек, как бы можно там этот самый, я думаю, конечно, и две пилорамы рядышком, чтобы толпой ехать в одну сторону, там как-то повеселее, да? Ну так, да, что, да вот... толпой-то, конечно, повеселее. На четверых-то можно как бы и две пилорамы. Ну, три, четыре, пять, а и выше это уже через чур, по-моему. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, добавляйтесь к нам в Steam, друзья, подписывайтесь в группы. Всем удачки, будем кататься на транспорте, возить дрова, кирпичи. Так что всем удачки, всем пока-пока, подписывайтесь везде. Скоро будет розыгрыш, наверное, игры NFS Hot Pursuit. Так что мониторьте группу. Подписывайтесь обязательно на каналы на наши, на группы будет проект, правило это все указано, так что в Steam добавляйтесь, чтобы не упустить возможность. Так что все, ребята, всем пока, удачки, мониторьте информацию, да, до свидания. Репост розыгрыша обязательно будет в моей группе. Обязательно. Не пропустите. Так что все, всем удачи.